Сегодня мы быстро посмотрим на дверной звонок из ВИЗ модель HP4. В отличие от моделей DP2 и DP2C, эта штука не умеет определять человека, который подошел к двери, и, соответственно, может быть, он там просто ходит. И здесь вставляется флешка, но запись производится только тогда, когда, допустим, кто-то пришел и нажал на дверной звонок. То есть вам вызов поступает на мобильный телефон, и, соответственно, в этот момент только запись и идет. Вот такой интересный звонок, выполнен он в черном цвете, такой экран, вставляется сбоку флешка до 512 гигабайт. Это у нас вешается внутри квартиры, это у нас такое крепление, и шлейф от камеры выполнен таким образом. Принцип установки прост. Берем болты, в зависимости от длины вашей двери, вкручиваем их в сам глазок, к примеру, таким образом. Дальше протягиваем вот так вот в крепление и подключаем к экранчику. Подключили, на дверь нацепили, и вот таким вот образом наш глазок будет держаться, и его никто с той стороны не сможет открутить. И кто-то пришел, позвонил. Здесь мы видим, что у нас происходит. И вот таким вот способом, кто у нас там находится. И в этот же момент идет запись. Пример видео с видеоглазка из ВИЗ HP4. Это вариант для тех, кому нужен просто удаленный просмотр, допустим, чего-либо.